Всем привет! Для того, чтобы подтянуть ручник на 10-м семействе автомобилей ВАЗ или на тех же самых Самарах, это 14-й, 15-й и так далее, вам понадобится, в принципе, только ключ на 13, ну и какая-либо яма, либо подъемник, чтобы залезть под днище автомобиля. На таких автомобилях, как Лада Калина, Лада Приора, вам еще понадобится ключ на 10. Этот ключ вам понадобится для того, чтобы открутить 4 болта защитного теплового экрана и снять его. Здесь, как вы видите, всего лишь одна гайка, а должно быть две. Сама эта гайка, которая участвует в натяжении тросика, обязательно должна контрагаяться, поэтому обратите на это внимание. Итак, процесс довольно простой. Сначала вы откручиваете контрагайку, не обязательно ее откручивать сильно, достаточно пару витков. Затем по часовой стрелке вы крутите основную гайку, тем самым натягивая трос. Крутить неудобно, так как пространство здесь ограничено. Если у вас есть ключ с трещоткой, то это намного облегчит вам работу. Крутим и периодически проверяем натяжение самого тросика. По регламенту ручник должен удерживать автомобиль на уклоне до 25%. Но это все теория. Придерживайтесь простого правила. Примерно где-то 3-5 щелчков – это нормально. Главное не перетянуть. Спасибо всем за внимание. Всем пока.